На конкурс дети читают стихи, читает стихотворение Блинова Владислава, 4 года, город Старый Оскол. Написала стихотворение Нина Найденова «Письмо зимы». Зима прислала нам письмо, снежинка в звездочках оно. Так начинается письмо, я не была у вас давно. Красивый полчик у зимы, письмо читаем дальше мы. Пора нам встретиться, друзья. Он без меня положить нельзя. Как на санях не покататься, как не слепить снеговика. Ну как, ребята, вам остаться? Без снежной голки, без катка. Я белоснежная зима, я вам построю терема. И сад, и лес по серебру, большую елку подарю. Скажу снеголке и морозу, подарки позабудь. Я не позабуду. Ну что ж, мы ответ зиме пошлем. Напишем, приходи, мы ждем. Давно ты не была у нас. Ну, собирайся, добрый час.